первый сайт-специфик проект в Новосибирске, в принципе, и в Первом театре в частности. Для нас самое главное, наверное, для всех, кто организовал эту лабораторию, то, что она ведет нас к себе самим, к пониманию того, какие мы, как мы существуем в городе, как мы с ним взаимодействуем и как город на нас влияет. Сама форма, в которую вписано это содержание, она необычная. Ну, то есть, когда привычная коробка, да, театра, она раздвигается, четвертая стена уходит, и театр выходит в пространство города. И происходит что-то новое. Как мне кажется, главная задача сайт-специфик – это убрать все границы. Потому что искусство, оно окружает нас везде и всегда, повсюду. И, наверное, в этом самая главная идея – найти искусство в чем-то обыденном. У меня есть две позиции. Я позиция художника, который очень любит разрушающуюся, да, эту эстетику безобразного, и позиция гражданина, который понимает, как в этом трудно жить, не просто находиться в таких местах, да. То есть сайт-специфик – это всегда история про конкретное место в конкретных обстоятельствах. Если мы здесь, на Росточке, делаем проект, вы понимаете, да, мы можем найти аналогичную заброшку, наверное, в каком-нибудь другом районе Новосибирска, в Кемеровской области или в Петербурге, но это не будет сайт-специфик в чистом виде, потому что тогда это будет как сайт-специфик нечестный, или это будет проект, уже посвященный другому месту. Ну, непосредственно как бы к лаборатории мы начали готовиться в марте, как бы вот как раз выбирать локации, изучать что-то, потому что первый раз в Новосибирске, практически ничего о нем не знаю, кроме вот как сейчас за это короткое время я попыталась погрузиться в историю города и района. Всего три проекта, три эскиза. Первый показ состоялся 9 июня в Доме с часами. Было очень интересно освоить с помощью тела, собственно, поэтому там работал хореограф, а не какой-то другой художник, потому что мы работали с ощущениями, с тем, как чувствуют себя люди в этом пространстве, которое существует уже 100 лет. Действие происходило во дворе, люди, и зрители, и музыканты были сосредоточены в галерее 5-го и 4-го этажей. Темой была невозможность взлететь или возможность взлететь, наличие крыльев, любовь, что дает нам силы в этой жизни. Вторая локация и второе место – это Росточка. Она тоже была выбрана не случайно. Это, с одной стороны, такой очень красивый и очень известный район Новосибирска, с другой стороны, страшно запущенный. Вот это сочетание жизни и смерти – это сквозная тема для нас с Катей Андреевой, художником этой второй части лаборатории, которая тут является также и постановщиком. И потом ребята сами придумывали, какие действия они хотят здесь совершить. Третья история будет происходить, она будет начинаться в Росточке, но она будет происходить по дороге, она так и называется, по дороге, в отличие от первых двух, которые на районе, да, и в доме. По дороге в аэропорт мы будем двигаться в сторону Толмачева, и для всех, кто живет в Новосибирске, это какой-то такой путь важный, потому что это возможность уехать из города, или возможность уехать в отпуск, или возможность встретить дорогих. И это будут маршруты уже групповые, потому что если в Доме с часами ребята, все 9 актеров, работали вместе, здесь они работают порознь, они каждый индивидуально на локациях, то в истории по дороге, в истории по дороге в аэропорт они идут небольшими группами. Это истории трех людей, которые объединились по какому-то принципу. Актеру нужно выйти на улицу, чтобы прокачать свои навыки, чтобы услышать звук окружающей среды, чтобы увидеть что-то вокруг себя, чтобы развить вот эту способность 5D, когда ты знаешь, что сзади, спереди, слева, справа что-то происходит, это тоже жизнь. Ну и для того, чтобы быть живым, потому что только на улице, только в реальной жизни мы можем быть на все 100 равными самим себе. Вообще необычно. Ну, обычно мы другим занимаемся, а тут, ну, приходится выдумывать, экспериментировать какие-то мысли, неординарные какие-то ходы придумывать. Самое сложное – это идея, затею, которую ты решил воплотить. На сцене на тебя приходит зритель, он заплатил деньги, и он как бы готов воспринимать все, что ты несешь со сцены, а здесь люди просто прохожие, они как бы смотрят и думают, чем парень занимается, ему делать нечего. Ну, то есть разные люди попадаются. Есть, которые очень восторженно это принимают. О, тема, что это такое вообще? Очень прикольно, что-то придумали, что-то делают. А другие, мы сейчас охрану вызовем. И мне кажется, людям такой формат интересен. Потому что мы всегда гонимся за чем-то новым, и нам всегда всего мало. И мне кажется, вот именно вот этот лабораторный проект, сайт-специфик, он как раз-таки, наверное, угождает вот бесконечным потребностям современного зрителя. Хочу больше, хочу хлеба и зрелищ. Наверное, как-то так.